При обращении друг к другу ханты и манси редко пользуются именами. Чаще всего они употребляют термины родства. Жена говорит мужу «ики», что означает «мужчина». Он говорит ей «ими», то есть «женщина». Сын значит «пох», дочь «эви». До прихода русскоязычного населения у ханты и манси не было ни фамилий, ни отчеств, были имена. Ванхо, Елдан, Тилим, Пынжа, Ахтамак, Салтык, Агна, Югра. Традиционные имена абских угров связаны с окружающими предметами или качествами человека, то есть Чухпелек – быстрый, Аньян – красивый, Нерин – зайка. Древние имена бытуют и сегодня в некоторых районах. По поверьям хантов и манси, одинаковых имен быть не должно. –